Ну вот и что ты построил, ну? Ну как это можно было вообще назвать домом? Ты, вот ты дизайнерские уроки в школе проходил? Нет, ну все в комментариях просто написали, что ну как такое можно было вытворить? Ну, это, ну нельзя такой дом строить, ну, вон там яриков столько, я вообще в шоке, все ярики в шоке, я в шоке, все подписчики в шоке. Ну так может ты не будешь меня отчитывать? Ну построил я дом такой в предыдущей серии, ну построил, ну может где-то совершил какую-то ошибку, и сейчас ты будешь меня с подписчиками отчитывать в комментариях? Почитал вот под предыдущей серии комментарии, там, Эдисон, почему ты какашечный дом построил? Что там еще писали, Кать? Да вообще сказали, что это какая-то галлюциногенная смесь получилась, а не дом. Там шахматы сюда, несквики сюда пошли. Ну и в принципе, что это ну, ютубовская кнопка, и она какашечного цвета. Кого? Ну она не какашечного, она была деревянная. Береза и ель. Где там какашку ты-то увидела? И подписчики, все, просто все начали писать то, что Эдисон, ты построил какой-то просто реально какашонский дом. Ну ладно, если все так считают, ну вот, я значит перестроила его. Вот как он сейчас выглядит. Уже не какашечный, уже настоящий ютуб красно-белый, а? Ну вот, ну лучше же стало, ну. Я готова поспорить, сейчас все оценят и напишут, что этот гораздо круче, чем то, что было. Ну давай подлетим вот туда, давай лети, встретимся возле бывшего дома Лёхи. Давай. Чёрт. Да, летать ты в этой жизни так и не научилась, да? Ладно. Встречаемся возле корабля! Опа! А ты где? Плыву. А что с кораблем-то в итоге будет? А то подписчики очень много вопросов оставили под последней серией. Да, многие думают, что если мы строим новый дом, это значит, что мы переедем с корабля. Да, конечно нет, корабль мне как родной сын стал. Мы будем жить здесь в этом корабле, мы его немножко перестроим, чтобы он прям такой шикарный был. А вот эта кнопка Ютуба, это будет как наша дача. То есть мы туда будем приходить и просто чилить, понимаешь? Ну немножко как-то не соответствует параметрам, вот это больше похоже на дачу, а вот это на дом. Ну ладно. Корабль же роднее намного. Он как родненький. Прям роднимая душа наша. Согласна. Ну что, пойдем строить? А чё мы тут раскукарекались? На ведра, набирай водичку и пошли! Нам надо в кнопочке Ютуба аквариум сделать. А 10 ведер точно хватит? Полностью какашечный цвет заменился красно-серыми белыми нотками. Усовершенствованный новый вход из кварца. И наша прекрасная хозяйка нашего нового дома... Екатежопечка. Добрый день, дорогие друзья. Вот это гости хорошие. Мои что принесли, показывай, не с пустыми же руками. Не с пустыми. Проходите, давайте, проходите. Так, мы сделали здесь уже второй этаж. Вот там второй, здесь первый. Здесь мы сейчас сделаем аквариум. А здесь вот такой вот переход. Такой, опа! Экстремально, экстремально опасно очень. Не повторять в домашних условиях. Сейчас надо простроиться на второй этаж. Катя, давай стройся, иди сюда. Держи тебе половину блоков и давай простраиваться вот сюда. Потому что сейчас нужно заполнить вот этот аквариум полностью ведрами. И потом еще туда рыбку загнать. Так, и вот так. Давай запрыгивай туда и заливай все водичкой. Шо, прям внутрь что ли ты? Прям внутрь давай. Заливай, я тоже сюда хлюпаюсь. И мы с тобой делаем... Вот так вот. Экстремально, опа! Экстремально. Очень экстремально, Катя, мы с тобой внутри аквариума просто. Так, я пошла за рыбами. Давай, а я сейчас здесь забабахаю водоросли. Кто бы знал то, что на стекле можно выращивать водоросли. Вот и я, кстати, только недавно об этом узнал. Притащи там где-то 3, 4, 5, 6 или 7, 8, 9 где-то рыбок и, в принципе, будет достаточно, хорошо? А если 10, 11, там 12 принесу? Ну можно и 13, 14, 16, 18. Так, все, водоросли я позасадил вот сюда. Я тебя жду. Давай, только я не умею рыб ловить в ведро. Ну, есть рыба, ты просто ведром хлюп, и рыба в ведре. Все просто. Ведром ловить? Ведром. Ну, а я пока сгоняю за ресурсами, которые будут необходимы нам в этой серии. А там их прямо очуметь как много. Я их всех спрятал в... Ты чё здесь забыла? Я сказал рыбу идти ловить! Так я пришла за рыбой в этот сундук. Здесь ты хочешь мертвую рыбу в ведро засандалить? Ну подожди, я взяла ведро воды, налила, пошла за рыбой. Сейчас я в этом...
В верстаке соединю ведро плюс рыба. Должно получиться... Ничего не получилось. Кать, в океане живую рыбу надо ведром ловить. А-а-а! Ну ща, погодись. Ты этого не видел. Я-то не видел, но все остальные видели. Я думала, нужно просто как бы, ну, рыбу в ведро положить и все. Да, мертвую. Ну а почему бы и нет? То есть, подожди, мне сейчас нужно к живым рыбам прям подплыть и ведром словить. Прям вот так, да. От сюда и от сюда. И пока Катя там занимается своими важными делами, пока она там ловит рыбку, я забабахаю усовершенствованную модель наших новых лестниц. А выглядеть они будут примерно как-то вот так. Фу, блин, я еле словила эту рыбу в ведро, так сложно, оказывается. Ио, Борис, это нифига. Ага, зацени мое новое сооружение. Ля, какая лестница, я сам даже не знал то, что из ковриков можно сделать лестницу, вот, по которой реально можно вот ходить. А почему синяя? Ну красный с синим хорошо, вот это сочетается. Аргумент. Чё, куда рыбу-то давай сувать? Так, рыбу сувать в одно место, а обратно вот, ой, подожди, обратно вот туда, в аквариум, вот так, пошли. Объясни, пожалуйста, нормально, что сейчас мне нужно. Правой кнопкой в аквариум, ну ты-то, да, давай вот так. Вот, пошла первая. Пошла вторая. Ляски-масяски, ты чё, тропическую рыбу наловила? Да, знаешь ли, вот я рыбак прирожденный, как бы. Так, все, аквариум полностью готов. И в нем сейчас плавает настоящая, живая, свежая, главное, не мертвая, как Катя изначально хотела, рыба. Вот. Ну, можно, в принципе, еще парочку мертвых засунуть. Нет, не надо мертвых. Все, пошли. Сейчас нам с тобой, Катя, нужно построить... давай сначала кухню, а потом построим комнату мечты. Пошли. Давай, слушай, на самом деле это выглядит очень футуристически, но если я вдруг нечаянно это все сломаю, ты же понимаешь, что дом затопится. А давай ты случайно ничего не будешь ломать, чтобы дом не затопился и оттуда рыба вся не выплыла, хорошо? Ну то есть кирку убрать из рук, да? Кирку лучше убери, а лучше себя из дома это убери, чтобы реально ничего не сломать. Ну ладно, пойдем. Давай-ка добавим деталей, сделаем вот так и вот так, еще сюда. О, как тебе? Красота. И здесь еще можно сделать опа, 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 вот так и сюда добавить. Цветочков не хватает, сгоняй за цветочками, Кать. Да я тебе кто, блин, что за бегун-то? Сгоняй за рыбами, сгоняй за цветочками, ну ёпрыса ты. Куда цветы, куда цветы, быстро говори, куда цветы. Горшок, иди туда в горшок. Так, сюда, костер. Сейчас у нас, Катя, с тобой будет просто кухня мечты. Опа, опа. Что, так можно было? Ну ты подожди, это еще даже не законченная версия. Выглядит уже круто. Так. Сюда забегаем наверх, ставим сюда одну вагонетку. Вот так, отойди, отойди. Ломаем вагонетку, вагонетка падает. Потом делаем то же самое. Мы с тобой, Катюха, прямо сейчас делаем духовку. Ломаем вагонетку, вагонетка падает. И вуаля, духовка почти готова. Ты бы видел сейчас мое лицо, я просто сижу с открытым ртом. Запоминай. Так. Потом сюда. Поршень. Так. Все опустилось. И практически, Катя, все готово. Вот так. Смотри. Это похоже на настоящую печку, блин. Ты готова сделать холодильник в Майнкрафте? Да ну хватит. У меня сейчас сердечко остановится от таких технологий в Майнкрафте. Стойка для брони сюда. Ставим вот вроде вот сюда кварцевый блок, ставим вот сюда редстоун и поршень. Оно немножко опускается. Ломаем, ставим вот так и ставим. Ломаем. Ой, господи, Катя, это технологии просто будущего. Подожди, я заранее подготовил, где оно находится. Я заранее подготовил парочку флагов. У нас здесь сейчас будет настоящий холодос. Флаг вот сюда и флаг вот сюда. Вот это похоже на кофемашинку встроенную. Это кофемашинка в холодосе в Мунсруфте. То есть я угадала? Ты угадала, хотя бы в чем-то ты угадала. Так, иди тортик сделай, иди приготовь тортик, и надо его будет поставить вот сюда. Давай, быстренько, по быстролярику. Как тортик-то готовится, это же надо за пшеницей идти. Да, за яичками, за молочком. Катюха! Торт мне в ухо, что такое? Подожди, дверь закроем за собой. Зацени, что у меня тут получилось, а? Это кухонный... Да как ты это делаешь, блин? Иди сюда, давай быстро, что ты такая медленная? Ставь тортик вот сюда, давай.
Вот сюда или сюда? Вот сюда, на люк, давай. О. И чё? Все, молодец, просто как украшение. Слушай, вот мне нравится. Тут у нас, вот, садись, давай, иди туда, вот садись. Тут у нас с тобой на столе прямо сейчас свежие огурчики морские, квашеные, соленые. Кушать можно прямо сейчас. Их реально можно есть? Нет, это просто для украшения. Здесь все для украшения, ничего не трогай. Вот здесь разве что можешь борщицы потом мне готовить, как бы я не откажусь от борщицов. Вот здесь. Офигенно получается, мне нравятся вот такие вот всякие вот лазейки, где можно постоять, посидеть, вот и сюда зайти, вот здесь попрыгать. Ну все, место, где жратунькать, мы построили, сейчас время пришло для того, чтобы сделать комнату мечты здесь, на втором этаже. Давай, скорее, хочу комнату мечты, хочу так, комнату смотри. Мечты. В первую очередь нужно сделать тумбочки, чтобы в тумбочке можно было складывать какие-то полезные вещички. Вот так, и белыми флажками закрываем так и вот так. А? Круто, мне так нравится. Сюда ставим по одному люку. А ну сдрыснула оттуда, ну, в смысле уйди. Сюда ставим люки и приготовь твои... Потому что сюда я поставлю розовый сундучок. Какой он маленький и миленький. Как он, как ты такой сделал? Это секрет. Вот это никому не расскажу, как я его сделал. И сюда еще нужно поставить цветочные горшочечки. Вот так. Вот эту цветочек туда забабахай. У меня только пшеницы. Ну забабахай пшеницу. А пшеницу нельзя же туда бабахать, ладно. Не, нельзя. Сейчас у нас здесь будет стоять кроваточка, тоже розовенькая. А сейчас, Катюха, готовься к мастер-классу, я тебе расскажу, как делать люстру мечты прямо вот здесь. Ты готова? Да я уже очень сильно готова, я хочу все, чтобы все было мечта. Давай. Кварц. Стержень. Ломаем кварц. Ставь посередине фонарь, поставь вот туда фонарик, прямо на стекло. Че, прям мне фонарик поставить? Прям тебе фонарик, да, давай. Вот так, да? Вот так, молодец. И сейчас, подожди, вот сюда сверху нужно поставить коврик. Опа, вот так, все? Ты дизайнер, скажи мне честно, ты дизайнер? Ну, как сказать, как бы по профессии я вообще никто в этой жизни получается, да. Но в Майнкрафте... Ты майнкрафтер. Я майнкрафтер-дизайнер. А сейчас, подожди, надо же в другую комнату еще сделать переход. Вот, сюда ступеньки, в твою комнату надо сделать. Вот так. Подожди, что ты сказал? Ну, я говорю, в твою комнату переход надо сделать, вот туда. Вот, ага. Это не моя комната? Это? Не, я же сказал, комната мечты. Это значит, что моя комната, моя же мечта. Вот так. Так она же розовая, ты чё? И чё, если я мальчик почти 25 лет, не это значит, что мне розовый цвет не может нравиться? Ты думаешь, вот этот маленький мини-сундучок розовый я тебе приготовил? Ха, баба сраться. Нет, это моя комната, я же сказал, комната мечты. А, подожди, я же забыл еще сделать... Это ты подожди. Подожди, я еще... Это моя комната. Это не твоя комната, подожди, в твоей комнате вот этого не будет, то, что я сейчас сделаю. Вот так. А что там будет? Вот так. И вот так. Нафига тебе зеркальце-то такое? Ты чё красишься? Чё, я буду сюда подходить, в моё зеркальце смотреть, вот это брови причесывать. Тебе чё, не нравится? Всё, комната мечты. Сейчас пошли твою комнату делать, она будет вот здесь, давай. Это моя комната мечты. Это не твоя комната, это моя комната мечты. Твоя комната мечты будет вот здесь находиться. Давай, спускайся. Ну, может, моя тогда лучше будет, интересней? Ну нет, сомневаюсь, моя намного интересней. А тут места больше зато. Ну, кстати, да, тут больше места. Ну, слушай, если здесь больше места, я себе могу здесь бильярд забабахать. Может, баньку, может, здесь плазму на всю стену, может, PlayStation 4. Кстати, ну тогда да. Да перестань ты эти блоки уже ставить посередине дома! Кстати, тогда да. Давай тогда, действительно, то будет твоя комната, а здесь я сделаю себе еще намного лучше комнату. Подожди, ну нету, посмотри... Метр на метр, сразу лестница, сразу это, не подвинуться, не развернуться. А тут смотри, как много места. Не, оставляй себе свою комнату мечты, я себе здесь что-нибудь построю. Да не, я уже передумал, давай вот это да будет. Не, Кать, всё, ну, не. Кать, да хватит блоки ставить посередине всего, иди сюда, вот здесь будет твоя комната. Правда? Правда, все, стой там, дай мне буквально минуток пять, через пять минуток посмотрим, какая комната будет у меня. Хорошо, ну только здесь надо заменить ковер с синего на розовый. Заменим все, дай мне 5 минут, не подсматривай. Ладно.
Молодой человек, да я здесь. Ну, привезли? Чё привезли? Как обычно, вас не дождешься. Так, синий краситель, светло-зеленый, светло-фиолетовый. А где коричневый? Ну я же заказывала коричневый. Как обычно, все у вас не так. Ладно, давай мы покупаем вот это. А, чё покупаем? Это поставка красителей в твой магаз, что ли? Да, прикинь, не то привез. Я говорю, вот это надо было, он... Ну, молодой человек, ну если моя девушка вам говорит принести фиолетовый или коричневый, значит приносите фиолетовый и коричневый в следующий раз. А то, Кать, ну, наверное, ты сейчас не сможешь сделать одежду твоей мечты в этом, в магазине ее одежды. Да, я смотрю, он тут оранжевый принес. Ну, прям не краситель, а цветок оранжевый. Нормально, поэтому. Нормально. Вот, держите денежки, все, валите. В следующий раз нормально будете все делать, хорошо? Наш дом с тобой вот почти готов. Кухня... Высший класс. Ты дурак! Я тебя чё? Идёт! Кать, вытолкай его, он к нам домой зашел. И вообще-то как бы я хотела зайти, он меня опередил. Ядрёный пень, сейчас ламы в меня харкают просто. Ну все, пипец. Заходи, дверь закрывай, давай! Всё. Вот это транспортная компания, я больше не буду её заказывать. Просто невоспитанные там какие-то работают. В общем, кухня... Белиссимо просто. Здесь у нас потом кое-что другое будет. Может, сорокостанция. Здесь тоже кое-что другое потом будет. Может, какая-то игровая зона. Но пройдемте вот сюда по нашей новой лестнице. Это твоя комната мечты. В принципе, мы ее уже видели. Здесь идет переход вот такой плавный. Я, как ты просила, здесь сделал вот розовый вот такой переход. И... Очень плавный. Смотри, какая моя комната мечты. Ну офигеть теперь, ну почему все так, ну почему тебе всегда все крутое, самое, и голова крипера, и голова дракона. Ладно, хорошо, голову убью, крипера можешь забрать себе, в смысле мне самое крутое достается, у меня такое же зеркальце есть, как у тебя. У меня, ну да, немножко королевская кровать у меня, ну все, и на этом моя комната кончается, тут компьютерный стол не влез, телевизор не влез, бильярд не влез, слишком мало места. Отойди. Алло, куда? Отойди. Это что за буратино? Просто картина. Ясно все с тобой, понятно. Пойду в свою комнату, посижу. Давай, иди в свою. Я хочу переночевать в моей новой, теплой, уютной кровати. Ты там тоже ложись! Только проблема сейчас заключается в том, что с этого дня мы будем спать по раздельности, Кать. Это не очень хорошо. Нормально, нормально. Он у тебя как бы там места даже для меня нету, поэтому. Ну ты можешь у меня в ногах здесь спать, если хочешь. Как-то поместимся. Ты офигел! Пойдем лучше краситель оранжевый сделаю. Пошли, новый. Давай. Слушай, я тебе сделал новую комнату, ты тогда мне должна сделать новую одежду, новую броньку, прям стильную. Ой, мама, не могу. Хорошо? Хорошо, только я пойду у него еще прикуплю оранжевых цветов. Они давай, такие редкие. Давай, хорошо. Только давай не смотри, не потрать все наши изумруды на какие-то цветы. Молодой человек, мне, пожалуйста, еще оранжевых цветов. Я тебе сейчас как харкну, утопишься, утонешь просто. Я тебе зуб даю. Еще раз посмей только харкнуть. Ладно.